Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Так, ну что, давно мы здесь не были, что у нас здесь есть? У нас есть, ух ты, три миссии, которые у нас не пройдены, прикинь. Раз, два, и вот здесь вот новенькое, три. С какой начнем? А может быть вообще начнем с тобой? Так, секундочку, а здесь, о, заберем, обязательно забрать надо. Так, новое, а что новое? Давай посмотрим. А, это же у нас башня короля минотавров. Слушай, давай, пойдем. Пойдем с тобой, поднимемся выше этажом. Да, там будут награды послаще. Так, король минотавров. Здесь нам, я сомневаюсь, что понадобятся маги. Маги навряд ли. Нет, не маги, а хиллеры. Вот, мы поставим с тобой вот этих, пожалуй. И стрелочков, с нашего позволения. Так, мы можем с тобой открыть еще одну ячейку, но... Я думаю, не стоит это делать. Или стоит? Пока не будем, наверное, делать. Ну что, в бой. Давай сразу же поставим своего второго персонажа. Ну, вот здесь пускай он будет находиться, да? И поехали. Так, сюда. Сюда поставим. Сюда, сюда. Ой, и все, ребята, и манна кончилась у меня, к сожалению. Ладно, фиг с ним, начать бой. Ну-ка, где эти прощелыги, откуда пойдут? Вон они, идут сверху. Так, ну, маги начинают мои, как ты видишь, молниями шпарить, и это круто. Так им и надо, паршиться вот этим. Давай-давай, вжаривай, вжаривай, вжаривай. Ага, у нас лучник доступен. Давай лучника, наверное, вот сюда поставим. А еще, если мы прокачаем сейчас ему... Если мы, конечно, прокачаем. Так, маг, ты давай... Эй! Фух, лучник, молодец, красавчик. Все-таки успел его добить. Так, стрелка, давай мы с тобой стрелка поставим вот сюда. Он, пускай хоть и медленно стреляет, да, но зато если шмальнет разочек, мало не покажется. Вызываем следующую волну. Че, я не помню, че, а, тьфу ты, я жму как по привычке в этих, в Kingdom Rush на черепуделе, а на самом деле это нужно нажимать на этот. О, видел, как стрелок бомбит? Вот так-то. Слушай, а почему у нас так мало финансов? Я что, вот, башню можно прокачать, но я не буду лучников в данный момент. Хотя, почему не буду? Буду. Почему-то я не буду качать лучников. Что это за выкрутасы с моей стороны, ребята, да? Начинается опять подлагивание. Но это бывает, ребят, не обращать внимания. Это такая вот связь у нас. Не интернет, это у нас вот, понимаешь, с айпадов у нас только вот по беспроводной связи, поэтому... Барахлит они как, она, короче, одним словом. Давай-ка мы еще с тобой лучника прокачаем. Так. Вау. И король шел, просто бомбанули его. Да, стрелки, конечно, это что-то с чем-то. Так, вызываем еще следующий на поединок. Кстати, у нас... Секундочку. Я бы, конечно, стрелков бы поставил с одной-то стороны, да? Да, наверное, мы с тобой вот сюда поставим еще одного стрелка. Пускай будет. Я знаю, что сейчас со временем пойдут лютые орды противников. Не надо мне следующий бой. У нас больше с тобой, к сожалению, нету, да, свободных ячеек. К сожалению. Так, и мы можем с тобой прокачивать наших магов. Все, вызываем следующий. Так, сколько еще, ребята? Это четвертая волна, всего их будет 7. Так что пока радоваться рано. Атакуем. Так, что вы тут разошлись? Стойте вместе, рядышком. Так, лучники, это паршиво дело. Пускай он здесь стоит. Еще не творят. Лучники, это пакость, ребята. Это самая пакость, что ни на есть. Упс. Ну, мы их разобрали. Мы их разобрали, причем даже очень-очень хорошо. А вот с этими нужно, ребята, посерьезнее, потому что это уже тяжи. Так, 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 тихо, 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 тихо. Куда же ты, хлыщ, собрался-то? Эй! Молодцы, красавчики. Разбираем, разбираем. Хоть там и отравление стоит, все равно он почему-то, ребят, получает минимум урона. Ну что, пятая волна. Урон от попадания 200%. Нифига себе. Вот это ты будешь бомбашить, да, парень? Ты будешь бомбашить как бог, ё-моё. Как Зевс, громовержец. Слушай, ну пока... Ах ты! Так, я вижу, ребята, там маг идет, который нашей башни будет, ну, грубо говоря, тормозить. Просто тормозить. Так. Ну-ка. Ага. Этого сейчас бомбанули. Все, ребята, вызываем следующую...
следующую отрядку на бой. Так, вот здесь, наверное, надо тоже прокачать. Вот, видишь, тяж идет. Фиг его, называется, пробьешь, ребят. Очень крепкий, очень крепкий. Но сам понимаешь, когда их несколько пойдет, это, конечно, вообще жесть, просто жесть. Надо стрелков, стрелков на пока. Так, моего одного, по-моему, нет, не убили еще. Пока все мои эти живы. И это круто. Но есть вероятность. Вот, все-таки упал он. Все-таки он упал, ребят. Да отойди ты, господи, ты же видишь, что сзади тебе в спину бомбаш этот хмырь. Видишь, что он делает? Он башни просто хоп, в немоту, и все, и башни ничего не делают. Так, ребята, седьмая. Это последняя, как ты понимаешь, волна. Как ты понимаешь, это последняя волна, и нам нужно здесь держаться. Нам нужно здесь держаться, прям как я не знаю кому. Так. Секундочку. Давай, наверное, вот здесь вот прокачаем. И... мой... А, вот он, мой появился, да? Стражник второй. Отлично. Вероятнее всего, здесь мы с тобой пройдем. Хотелось бы мне в это верить. Да, и судя по всему, отлично, ребята, у нас получается. Мы прошли с тобой этот этаж. Вау. Деревянный щит, ну это, конечно, фигня полная. Так, давай не сейчас. Карте мира. Это уже неплохо, ребята, неплохо мы сыграли. Мы переходим с тобой на следующий этаж. И что же нас... Подожди, почему... А, твою налево, что я делаю? Надо кликать. А я все по старинке туда жму. Так, давай-ка я, наверное, все-таки возьму ячейку дополнительную, она нам пригодится. Да, ячейка у нас доступна, и что же мы сюда с тобой возьмем? Пу-пу-пу-пум. Интересно, может быть, давай возьмем героя. Вот этого. Ну что, погнали в бой. Так, героя сразу же, что мы с тобой сделаем? Выкидываем сюда и вот сюда. Вот они втроем здесь будут. Так, башня. Наверное, я сюда поставим башню. Про стрелков не забываем. Так, и, наверное, вот как-то таким образом. Ну что, погнали в бой. Тут у нас, ну, 4 волны, в принципе, не так много. Твою же налево, ты посмотри-ка. Окей. Так, а куда они должны пройти? Ух! Да что ж ты... Все, вот и успели. Оказывается, здесь-то тоже у нас внизу. Ё-моё, чуть было не прозевакал. Давай-ка, бомбер. Ну что, вызываем следующую волну на бой. То есть, получается, у нас вот здесь вот. Да? Мы должны охранять и там вдалеке. Поэтому, наверное, несколько героев. Может быть, даже одного или даже двух. Я не знаю, вот сюда поставим. Да-да-да, пускай тут стоит, защищает. Так, их почему-то там больше наверху идет, чем здесь внизу. Поэтому, наверное, еще одного персонажа с тобой туда перенесем. Эй! Да что ты стоишь там, сопли жуешь? Ну, твою налево. Эх, минус 2 сердечка. Ладно, фиг с ним. Минус 2 сердечка, понимаешь? Вот так вот. Да шушукались, доигрались. Ну, здесь бы вот, конечно, бомбочку бросить. Давай зажигательный прокачай. Да, теперь надо сюда бежать. Я же вижу, что тут дело пахнет керосином. Ой, они меня обманули, ребята. Они пошли. Они пошли вот так вот. Ну, стрелок молодец, красавчик. Наяривает, будь здоров. Так, давай-ка мы еще, наверное, с тобой вот сюда поставим стрелка и вызываем следующую волну. Угу. Идут, да, минотавры? Минус один сразу же в лобешник, как говорится, получил. Так. Прекрасен этот мир, полюбуйся. Не надо, не надо тут на ускорении, пожалуйста, мне бежать. Не надо, я... Блин, я же тебе еще раз говорю. Не успели. Все, ребята, прошли. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Ну, всего лишь, правда, получили 2 звезды. Ну, как бы 2 короны, это 2 звезды все равно, что... Так, и нас просят отремонтировать следующий этаж. 31 гем потратить нам придется. Я потратил, ребята. Так, доступен сундук дня. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет из этого сундука дня.
Вау. Так, и сейчас, конечно же, рандомно вытянем. Шлем. Только лишь шлем мы с тобой получили. Ну что, задание. Одолжить... Чего? Одолжить друга на любом уровне королевской башни. Убить 40 врагов, используя удар метеорита. Выиграть на арене Минотавр 3 боя. Так, карты. Новая. Ну как новая? Это же у нас было. Почему новая-то? Ничего это не новая. Что в самом деле-то? Так, ну что? Тут у нас по 2 звезды. А это что у нас такое? А, улучшатель. Улучшатель. Ну что, щит, что ли, улучшит нам этот деревянный? Ну, пускай улучшается, фиг с ним. Так, где у нас миссейки с тобой? Незаконченные. Вот здесь, что такое? Однажды два герцога решили построить дорогу между своими землями, как символ их вечной дружбы. Пока рабочие встретились, каждый со своей стороны на середине дороги. Герцоги начали войну, и две дороги разошлись в стороны, чтобы никогда не пересечься. Интересно. Давай посмотрим, что тут за выкрутасы они делают. Так, ячеечку, наверное, возьмем, да? Так, ребят, ячейка свободна, давай с тобой возьмем тогда, наверное, вот этот вот удар метеорита, раз уж просят. И погнали в бой. Так, здесь мы поставим. Любопытно, эти странные дороги специально так построили? Ну, судя по всему, наверное, специально. Сюда поставим стрелка, сюда мага. Вот сюда, наверное, мага. Так, погоди, а кто здесь у нас могут быть? Тут могут мертвецы быть, насколько... Твою налево, если мертвецы, это плохо. Так, я смотрю, там лось у нас в лесу ныкается. Ну, вот так пока, друзья. Вот так вот мы с вами сделаем. Все, пора вызывать. Твою налево, блин, тут же нужны были тогда монахи, получается. Ну, эти целители. Целители нужны были, понимаешь? А, тут же, по-моему, еще из лесу пойдут. Вот где как раз лось. Оттуда вроде бы пойдут зомби, если я чего-то не путаю. А почему ты ничего не делаешь? Чудесно. С одной стороны нежить, а с другой минотавры пойдут. Зашибись, ребята. А сколько волн? Волн здесь будет 7. А вон и минотавры идут. Ну, пока, я так понимаю, нам нету, да? Особого, ребята, желания бомбашить заклинаниями. Вот если бы стрелок был бы прокачан, он бы наносил офигенный, ребята, урон. Просто офигенный. Так, ну что, выходим на третью волну. Идут у нас минотавры. А сверху твою ж налево бронированные скелеты. И я, наверное, сделаю вот так, ребят. Я-то думал, там будет метеоритный дождь. Там всего лишь один метеорит вылетел. Плешивенький какой-то. Так, мы здесь справимся с ними. Да, здесь у нас все отлично, ребят, получается. И вызываем с тобой следующую волну. Это четвертая, получается. Так, зайчик, что-то зайчик снизу идет не к добру, ребята. Скачет зайчик там. Надеюсь, это просто так. Зайчик побежал к... Он к лосю бежит почему-то. Нет, он просто пробежал. Эй! Тут же лучники. Так, хорош. На тебе, гаденыш. Получил звездюльку. Так, вот этого вот мы с тобой прокачаем. Стрелок, 200% к урону. Я думаю, что это шикарно. Следующая волна. Стрелок, стрелок. Что ж ты так? Очень долго перезарядка у него идет. Да, ну два стрелка — это уже что-то. Это уже сила, ребят. Давай влупим. Оу. Так, отлично. А если вот так вот сделаю? Так, бомбардирка у нас тут с тобой стоит. Она бьет, ребята, по определенному радиусу, как ты видишь. Так что радоваться рано пока. Ну что, выходим на шестую волну. Это предпоследняя, получается. Наверное, все-таки лучше прокачать... Нет, все-таки будем прокачивать магов. Давай-давай этого некроманта.
Шивенького есть. А, он же призывает крыс как раз. Ага, вот идет у нас тот самый, который станет башней. Поэтому мы с собой возьмем сейчас и прокачаем отравляющий лук. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете вам. Так, скелеты не должны пройти. И они не пройдут. Ну что, последняя волна, седьмая, ребят. Пока идем идеально. Но это пока. Лучника прокачали. Стрелок там перезаряжает. В принципе, как и должно быть. Нет, не пройдет, не прошел. Так, вот здесь, наверное, влупим вот так вот. Честно говоря, я думал, что будет эффект покруче, получше. А нам некуда с собой поставить, получается, да, этого? Во. Прокачал я, короче, еще одного стрелка. Нам, как говорится, в помощь. Как же они хорошо бомбят. Мне нравится, ребят, как они атакуют. Маги вот эти вот затормаживают врагов, да? А стрелки очень хорошо бомбят. Медленно, но уверенно. В три смычка только шорох стоит, смотри. Все, прошли, друзья. Так, так. Ага. Ну что, на карту мира. На карту мира мы с тобой выходим. Пакет усиления 4. 379 рублей. Нет, спасибо, ребят, большое. Я обойдусь. А что такое в осаде? Аванпост осажден бронированным легионом. Защищайте аванпост каждый день и получайте отличные карты. Вы пропустили 72 дня. Нифига себе, ребят. Мы 2 месяца не играли в эту игру, оказывается. Прикинь. Вернуться к первому дню. Или продолжить за 95 гемов. Твою налево. Ты жук, а? Не так не, и не сяк. Ладно, давай смотреть дальше. Мы с тобой прошли этот уровень на 3 звезды. Что у нас здесь? Назарейская долина, священная земля. Здесь нельзя строить башни. Защиту этой долины придется доверить одним только героям. Оу! Ребята, представляете? Одними героями мы должны тут с тобой бомбить. Так, ну в любом случае нужна ячейка дополнительная. Так, ребят, ну что, в эту ячейку мы возьмем с вами, наверное, вот у нас есть выбор, кого-то еще тут брать. В бой. А значит так. Местные говорят, что эти святыни охраняли их 100 лет. Уверен, они будут против, чтобы мы их улучшили. Наверное, не против будут. Конечно, не будут они против. Так, давай мы с тобой нашего персонажа позовем. Подожди, подожди, а где? Вот, вот. А как тут? Вот они как ходят. Ага, значит... Сюда. И сюда. А этот стоит 75 монет. Не смогу я его пока улучшить. Ну что, давай вызывать. О, секунду. Нам надо и... Вот-вот основная точка, которую мы должны защищать. Вот эту вот. То есть, потому что тут проход идет и наверх, и вниз. И это все должны одними героями бомбашить. Да. Проблемка. Какой вызвать следующий бой? Никакой пока следующий бой. Блин, наверху ребят сейчас пойдут. Давай, беги пока. Ага, они могут, ребята... А что они делают вообще? Божественный гнев, урон плюс 6-10. Интересно посмотреть на этот урон. Давай глянем. Как это вообще будет выглядеть примерно? Я тебя умоляю, это фигня полная какая-то. Да. Я думал, там будет что-то посущественнее. Такая бредотня. Ой, ля-ля. Блин, а он справится ли там один? Вот в чем вопрос-то все. Наверное, вряд ли. Придется бежать туда через лес. На утек. Помогать ему. Там еще, как видишь, лучники бомбашат. Куда же ты побежал-то, дуралей-то эдакий? Иди, ну вон, пробегает же, ну. Отлично, молодец, красавчик. А здесь что? Что здесь-то получается? Да вы... Фу, подбили. Нет, нужен еще один, ребята, герой, но это не дело. Сколько он стоит? 75. Бомбаните его, в конце концов. Стоят вдвоем, улыбятся, главное. Так, вверху один скелет всего лишь? Давай тогда вниз. Куда же ты бежишь-то? Нет, там не один скелет. Вот что ты мне прикажешь, разорваться, что ли, здесь, а? Так, я надеюсь.
Нормально, нормально там справляется. Ну вот, так-то будет получше, я надеюсь. Фух. Так, того-то скелета мы уничтожим. Наверху уничтожили. Так, одного я, наверное, все-таки вот туда поставлю. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда ты разогнался-то? Хлобуда несчастный. Он какой-то крепкий, ребят. Ну что, вызываем следующую волну. Хм. Твою налево. Как сделать-то, наверное? Помогать идти сюда, скорее всего, надо. Он один не справится, мне кажется. О, там еще и лучники. За здоровски просто. Да уйди ты, господи. Ну ты же видишь, что бомбят по тебе. Ну что ты? Давай тогда уж лучников беги, бомби. Ну. А что ты стоишь-то? Вот этого я не понимаю, ребят, ну. Трындец, блин. Взяли, пропустили одного, а? Ушлепка. Я в шоке. Одними героями тут. Сколько тут волн-то? Вот, это последняя, ребят. Это последняя волна. Что-то я сомневаюсь, что мы здесь с тобой проживем. Выживем в этой волне, блин. Там еще и лучник бежит. Надо лучника сразу валить. Это кто у нас там? Это у нас зомби бегут. Друзья, орды зомби. Уйди. Уйди, по тебе там бомбят, блин. Как я не знаю по кому, ты все стоишь там, улыбишься. Слабый, вот этот персонаж у нас какой-то слабый. И этого сейчас вальнут, а. И вальнут его лучники, почему? Потому что, ребят, отравление. Вот что я тебе скажу. А здесь, естественно, лукари. Блин, моего персонажа завалили, ребят. Ну, тогда ты беги сюда. Господи, что ты там стоишь, что ты должен задерживать здесь этих зомбарей. Сколько у нас с тобой? Ну, я думаю, ты понимаешь, что мои герои не такие сильные, чтобы сдерживать такие офигенные натиски. Но как они могли, так они и постарались. Я считаю, достойно они держались. Сколько звездочек получим? Наверное, две. Ну, так вот хотя бы. Ну, прошли мы с тобой этот уровень. Угу. Спецпредложение в сайте доступны слоты фортуны. В плане слот. А-а-а. Так, ребята, я гляну, пожалуй. Так, ну что, крутим спин и смотрим, ребят, что нам выпадет. Так, так, и... Оу. Найс, найс. Так, давай зайдем с тобой в карты. Так, а что это такое новенькое? Щит Валькирии, первого уровня. Тяжелый щит, замедляющий, но дающий большую защиту. Вот это бы не помешало нам поставить, да, на наших бойцов. Так, герой. А у него что защита тут стоит? Такой, наверное, липовый, да, так скажем, щит. Скорее всего, ну-ка посмотрим. Так, еще раз глянем. Так, я по защите не могу понять. Тут 11%. А тут всего 3%. Не, ребят, какое? 11%, конечно, круче, чем 3. Что это за бред такой? Ну что, у нас с тобой следующее. Две даже новые миссии, ребят. Давай-ка вот сюда глянем. Шахтер-копатель Проспера загнал шахтера слишком глубоко из-за ненасытной жажды золота. Однажды они пробили шахту в забытую гробницу. Таков был печальный конец дома Проспера. Интересно, это где-то в подземелье, друзья. Я хочу подраться здесь. Открываем... Блин, сколько у меня звезд, а? 250 звезд нужно для того, чтобы открыть нам ячейку. Так, ладно, давай вначале за рекламку. Угу. И что бы нам с тобой взять-то? Взять-то что? Капкан, может быть, героя взять? Да, я, наверное, возьму... Или подожди, если мы под землей, наверное, нам, скорее всего, надо будет вот так вот сделать. Там, скорее всего, нежить будет, хотя я в этом не точно уверен. Надо было разведку просто посмотреть, да и все. Да, нам надо было просто разведку с тобой сделать. Ладно. Значит так, у нас с тобой две дорожки, которые мы должны защищать. Сделаем, пожалуй, вначале вот так вот.
Сюда поставим. Сюда. И еще одного стрелка. Пока хватит, ребят. Надо посмотреть просто, кто здесь все-таки будет. Мне кажется, нежить. Пока я вижу мышей. Только лишь мыши. Но это только начало. Окей. Сколько волн? 7 волн здесь будет. Ага, я все-таки был прав. Здесь нежить, друзья. Здесь у нас разгуливает нежить. Поэтому прокачиваем наших пристов. Присты, они очень хорошо против нежити. Если кто не в курсе. Ушиби этого лучника. Он в ближнем бою тоже, прикинь, луком бомбит. Ну, правда, урон у него, конечно, никчемный, но все равно. Давай следующую волну. Сверху бегут. Переходим сюда. Ну, с крысами все легко. С крысами тут все будет довольно просто. Давай сюда, наверное, поставлю еще одного приста. Офигеть. Нахлобучиваем только шорох моих. Опять что-то с голосом. Хриплеем, ребят, целый день сегодня. Ощущение, что простываю. А не хотелось бы, на самом деле. Так, смотри, скелетоша идет с копьем. С копьем такой довольный. Тын-тын-тын, думает. Сейчас я вам тут устрою, да, ага. А не тут-то было. Устроили ему мы. Вызываем следующую волну. Так, пойдут из пещеры, но здесь крысы. Прокачаю вот так вот. Стоп. Они берут именно своим, ребят, количеством. Их очень много, поэтому мы просто, ну, элементарно не успеваем их зачекрыживать. Поэтому я на всякий случай поставил здесь еще внизу одного лучника. Пускай будет. Лишним он, поверь мне, точно не будет. А уж тем более, когда здесь идут скелеты. Так, давай следующую волну сразу же вызывать. Потому что с этим скелетом мы с тобой справимся. На изи. Прокачиваем до второго уровня нашего заклинателя, приста. Вот зачем ты, блин, вот сколько раз говорил, вот так вот не надо делать. Не покидай, пожалуйста, свой пост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они же очень противные, очень жесткие, ребята. Да-да-да-да-да-да-да, именно вот эта нежить. Именно эти зомби, они противные, очень противные. Лучник, давай-ка мы тебя прокачаем. Следующая волна, сколько там у нас уже? Пятая получается, да? Пятая. Идут орды скелетов. И там лучники бегут. Мы с тобой внизу будем стоять. Эй, не покидай пост, я тебя умоляю. Ну что ты делаешь-то? Так, прист у нас прокачан по максималке. Верхний, который стоит, он у нас по максимуму прокачан. Так что за него можно уже, в принципе, не волноваться. Он будет неплохой, даже, я бы сказал, отличный наносить урон. Вот здесь надо еще прокачать. Так, моего героя траванули, как я смотрю, да? Но он выстоит. Выстоит, и еще мы прокачиваем по фуке приста. Ну, смотри, справляемся. Так, а что это у нас тут? Новый какой-то хрупкий летун, атаковать которого можно только с расстояния. Хоть и маленькие на вид летучие мыши, опасные создания. Проникнув в ряды врага, они моментально уничтожают запасы продуктов. Какие продукты? О чем вы говорите? Ну, летучих мышей у нас с тобой не было доселе, поэтому... Ага, ой-ой-ой-ой-ой, их много. Слушай, а здесь наш герой здесь вообще ничего сделать не может, прикинь. Да, вообще ничего не может сделать, потому что, ну, они летающие. А наши бойцы, они ближники, а не какие-то там лучники. Так что учти это. Блин, да куда ж ты? Куда ты побежал, гаденыш? Ай, сейчас тебя расстреляют, дурачок ты такие. Все, распластали, ребята, его. Блин. Так, подожди, я тут немножко начинаю теряться, ребята. Очень много. Да перехвати ты их. Ну, а тут-то кто тут мне поможет перехватить? Да никто, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Успеем, интересно, мы... Смотри-ка, успели. Ух, я тебе говорил, что присты это имба. Не зря я их прокачивал. Ну, что у нас там? Где следующий волн? Ёк-макрёк. Орды, просто орды зомбарей. Когда мой герой-то там очнется, оклемается-то. Я даже стрелков не прокачиваю. Да, в принципе, их как бы и не обязательно. Здесь лучше действительно прокачку давать пристам нашим.
От них здесь, поверь мне, намного больше толку, чем от стрелков. Фига, у них стрелки там бомбашат на какое расстояние. Чётенько, конечно, ничего не скажешь. Влупляют. Давай, давай, давай. Ап, фу, прокачка. Замечательно. Фу, прокачка, это всегда хорошо. Ну. А это, ребята, последняя волна. И мы прошли ее. И прошли, так понимаю, на три... Опа, нет. Последняя волна, вот она, только сейчас идет. Летучие мыши. Сможем мы с ними справиться? Легче паленой репы. Да, друзья мои, я вас поздравляю с отличным прохождением этого уровня. Так-с. Карта улучшена. Карта улучшена. Забираем. Так, а мы можем с тобой прокачать еще и стрелков, оказывается. Ага, а я не знал этого. Плюс у нас шаман еще идет на прокачку, на улучшение. Вот такие вот, ребята, пироги. Собрать. Собрать, конечно. А, мы с тобой второй рудник, что ли? Точно, ребята, у нас второй рудник, прикинь. То есть теперь будет по тридцаточке у нас копиться. Ты гляди-ка, тут у нас с тобой новая территория какая-то должна будет открыться. А вот как нам наверх попасть? А что такое СК? Цикл начался заново после 200 лет мира. Короли обезумели и погрузили мир в хаос. Город энтузиазм пал первым. Король бычок, какой там, 9-й безжалостный монарх орды минотавров бродит теперь по его улицам. Падение энтузиазма. А что такие СК? СК, СК, это... Даже не знаю, что это такое СК. СК. Ну, давай сюда вот пойдем. Что у нас тут за уровень-то такой? Разведчики говорят, что гиганты восстали из мертвых благодаря некромантам короля нежити. Сейчас они идут рушить стены области. Ох ты! Серьезно, что ли? Идут они атаковать стену области. Они жирны ли им будет? Давай мы с тобой возьмем это и ячейку дополнительную. Так, ребят, кого возьмем-то сюда, а? Блин, есть предложение взять еще одного героя. Наверное, героя все-таки возьму. Возьму я, наверное, все-таки героя. Возможно, пожалею об этом, но... Опа! Так, мы с тобой должны защищать... Ага. Два подступа. Два подступа. Так, в первую очередь пойдут они, конечно же, отсюда. Поэтому сделаем с тобой вот так. И вот так. Плюс... Блин, я стрелков не взял. Вот дубина столяросовая. Я не взял стрелков. Молодец, Рей. Ну, как всегда. Ну, ты в своем репертуаре. Забыл. Забыл, забыл, забыл. Ладно, ребят, надеюсь, пройдем. Сколько волн? Четыре. Всего четыре волны. Ну, я так и думал, что пойдет на нас нежить. Да, но какая-то нежить крепкая, будем честны. Нежить крепкая, поэтому... Давай-ка мы, наверное, сюда встанем, подсобим чутка, да? Твою налево. Сюда тогда придется еще взять, поставить. Вот, смотри, что выходит из этого, ребят. Ничего хорошего из этого не выходит пока. Справимся, справились. Отлично. Следующая волна. Наверху стоит у меня этот герой. Невозмутимый. Герой невозмутимый, такого и назовем. А что звучит? Герой невозмутимый. Слушай, а это кто еще такой? Гигантский скелет. Огромный скелет с мечом в каждой руке. Могучая раса гигантов живет долго, а их скелеты редкая находка. Если некроманту удается добыть такой скелет, гигантский скелет становится внушающим ужасным воином. Оу. Так, я вижу, ребята. Нифига себе. Так мало того, что он внушающий. Это так, он еще... Ты посмотри, какой он жирный. Ты просто полюбуйся. Вот он схватку с моим персонажем. Обалдеть. Просто обалдеть, друзья мои. Да он так может его ушатать.
Трындец, он его ушатает сейчас. Ты прикинь, он ушатает, скорее всего, моего персонажа. Да, нахлобучил. В легкую причем, прикинь. Но мы его тоже испепелили. Успели, так сказать, поджарить его до хрустящей корочки. А это-то какого фига стоит там, а? А Болтус просидел весь бой. Третья волна, ребят. Угу. Так, давай-ка мы, наверное, вот этого с тобой тоже лекаря прокачаем. Прист, лекарь. Так, и опять же, опять идет этот гигант с двумя мечами. Нет, если бы у нас был бы электрический маг прокачан бы хорошо, он бы, поверь мне, люлей бы давал бы, будь здоров. Но здесь, здесь все как-то по-другому, ребята. Так, я верю в моего... Давай я его прокачаю. Он не пропустит здесь этих охламонов. Или все-таки пропустит? Ух! Давай, давай, до третьей фазы. Да бей ты, блин, его так. Ты его должен ушатать, парень. Ты его обязан просто ушатать. Я тебе на помощь. Сейчас подгоню вот этих еще охламончиков маленьких. Ну, вдвоем-то запинаете вы его, надеюсь. Фух, красавчики. Молодцы. На авансик себе заслужили. Так, что у нас там дальше? Опять, опять идет внизу. Да чтоб его, а. Что прикажешь делать? Прикажешь делать вот следующее. Тут на улучшение ставить. Так, ты давай не связывайся с этими лучниками, это бесполезно. Так, секунду, 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 секунду. Вот, вот, я тебе говорю, что тут будет заварушечка. И вот эта заварушечка тут происходит. Так, завалили, да, мне одного моего героя. Все-таки уничтожили. Давай на перехват пойдем. Пойдем на перехват здесь. А хотя мы справимся, ребят, все отлично. Ага. У нас здоровье там на один плевок. Эй, 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 эй. Блин, а что такое-то? Где ты, гаденыш, этакий? Да беги ты бегом. Неужели он пройдет, ребят? Хотя, подожди. Это еще неизвестно, пройдет он или нет. Нас-то уже трое здесь, и мы его сейчас будем хлобучить. Жалко, у меня никакой вспомогаловки нету. Но у меня есть гемы, поэтому я могу с помощью гемов наших... Тихо, куда ты? Иди в бой и бомби его. Ну ты гляди, какой он, а. Мы ему хоть урон наносим, а? Скажи-ка мне на милость. Ты видишь, чтобы мы его там бомбашили? Есть! Ни одна скелетошка не прошла у нас. Вот так вот, ребятушки. Буду знать свое место, согласись. Фух. Оу, у нас открывается новая территория. Да, друзья мои, наверху новая арена. Новые эти. Ну, все, в принципе, прекрасно. Я думаю, следующую серию приступим с нового задания. А, кстати, звездочки-то мы хотели узнать сколько. 64, друзья мои, из 72. Это на данный момент. Ну что, а на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!